Итак, друзья, у нас наступил с вами вечер. Что делают вечером все туристы? Они либо сидят в отеле и ужинают, либо куда-то отправляются. Вот и я решил отправиться из Хадабы в одно интересное место. Это аутентично, красиво, это такой, скажем, бар и локация. Так что поехали на такси. Это уже приехало мое такси. Цена, кстати, $10 туда-обратно. Так что я сейчас там побуду и обратно уже меня тоже встретит. Итак, мы приехали, друзья, с вами в одно аутентичное местечко, называется Фарша. Оно везде есть, и в Инстаграме, на TripAdvisor. В общем, говорят, здесь очень красиво, уютно, можно посидеть, попить коктейльчику, погуляться вот по таким аутентичным улицам. Ну, давайте, собственно, это мы с вами и сделаем. Вход здесь, естественно, бесплатный. Такси мне получилось $10 из отеля Ренессанс туда-обратно. Позвоню, и меня заберут. Ну, можно дойти пешком, на самом деле, если по прямой вообще рядом, ну, надо обойти. Поэтому получится, наверное, от того отеля, ну, минут 30. Если вы будете жить это ближе, значит, ближе, друзья. Все в таких красных цветах. Смотрите, зачем сюда приезжают? Чтобы посмотреть эту красоту. Все вот в таких вот красных цветах. Наверное, буду не себя показывать, а что здесь есть. И, соответственно, попить чего-нибудь, коктейльчиков и так далее. Итак, прогулялись мы по той улочке. Теперь заходим в Фарш. Колоритное, друзья, местечко, да? Как будто действительно попали в какой-то старинный город. We'll be right back.
друзья, аутентичное местечко. Это выпуск небольшой, он с целью вас заинтересовать, чтобы вы сюда приехали. На самом деле, такси, конечно, это стоило очень дорого. Можно и за $1, в принципе, добраться в ближайшие отели. Но не суть важно, друзья. Главное, чтобы вы знали об этом месте, что сюда можно приехать и провести здесь уютный вечер. Есть коктейльчики, кофе. Кто любит кальян, пожалуйста, все это есть. И вы реально погружаетесь в какое-то реально прошлое. Хотя музыка вроде как в степени современная, но тем не менее, очень все аутентично, гармонично, как говорится, как я люблю. И я уверен, вам это место тоже понравится. Так что будете в Хадаби, Египет, Шарм-эль-Шейх, обязательно загляните сюда. В это место называется Фарша. Thank you.